Здравствуйте, друзья, с вами сегодня Ник и Кирилл, мы вновь возвращаемся в кооперативный чемпионат. Сегодня у нас практика Гран-при Бельгии. Многим это непривычно видеть, потому что обычно мы ее не снимаем, но просто дело в том, что сейчас начинаются все эти экзамены, поступления, и, как я говорил ранее, в карьере в одной серии, если вы смотрели, времени будет почти не будет, по сути. Поэтому я снимаю сейчас максимально видео, чтобы канал не пустел, и вы могли хоть что-то новое смотреть в июне. Вот, ну а в июле мы, наверное, вернемся, и тогда уже более плотно катаемся, у нас будет побольше времени, да? Угу. Вот. Ну что ж, давай настройки посмотрим, с мультиш у нас осталось. Что-то осталось, да. Мне кажется, 1.1 страшно одевать аэродинамику от Тодороса, или нормально? Ну, я 2.1 поставлю. Я тоже 2.1. Баланс 8.11, да, у нас? Ну, да, твоя задача по модернизации. Ой, задача есть? Да, надо заправить побольше топлива. Мы поменяем то, что ты просил. Они себя сами заправят. Жирная сила на задней оси, плюс 5, нормально. Давай, наконец-то, я ждал этого. Это хорошо. Кстати, небольшая информация для зрителей. Сейчас мы едем... практику сразу же буквально после гран-при чемпионате мульти F1. Ну, правда, до конца доехал только Кирилл, я большую часть времени отдыхал. Я, конечно, не эксперт, но они мне залили 48 кругов топлива. Но мы-то поедем 24 круга. У меня вообще не разгоняется болит. Вообще. Я к зоне прирез, только вышел на седьмую передачу. Ой, он еще и не поворачивает вообще. Ну это ж полные баки. Сотку-то мы не ездили. Вот это ведро. Слава богу. Как приятно сейчас будет на полных баках потом ехать. Ой. Да. Нормально. О, блин, чуть не убился. На третьей передаче в поворот еле попал. Да, жесть, конечно. Ну все, я попрощался с Мерседесом. Все. Так, ты не будешь в следующем сезоне выступать? Буду. А на какой машине? Red Bull. Что-то я ничего не понимаю. Что-то не понимаешь, на Мерседесе я не буду ездить, буду ездить на Red Bull. Как еще объяснить? Так ты же не представил, Red Bull хотел взять как менеджер? Нет, Red Bull взять как основной болид для себя. А в чьей-то команде будешь? Ну вот, я пока не знаю. А свою команду ты продолжишь? Содержать? Да, Мерседес. То есть Илья может спокойно Феррари выбирать? Может, да, выбирать. Павловский-то я сомневаюсь, что он вернется. Ну, а Керц можно трогать? И ДРС. Ладно. У тебя тоже 48 кругов, что ли? Конечно. Там же, я же тебе сразу сказал, они сами зальют столько, сколько надо. Для этой модернизации. Я забыл коробку посмотреть. А у меня столбик от центра и до максималки. Ой, столбик от лесенка. Ухо, попал в поворот, прикинь. Круто. Чуть не разбился, но попал. Ты тебе сегодня, наверное, не рассказывал, но же сегодня был тут последний звонок. А, ну я видел фотки. Фотки видел? Короче, на там, типа, традиция, каждый год там выпускники с этими деревьями шарами выходят, там, типа, пускают. Да, это она тоже. Ну вот, ну а перед выпуском там же еще есть вальсы, всякая фигня. Ну да. Я там не танцую, мне там народ понадавал шарики. Ты ничуть не улетел? Да вроде еще устоял, но фишка в том, стою я, напротив меня там родители стоят, нет, через 4. Вот, я так беру два шарика, один с одной стороны, другой со второй. Начинаю петь. Я тучка, я пусти.
Блин, наконец-то я стал Винни-Пухом. Правда, там один шарик был розовый, вот один синий, а другой розовый. Вот был бы зеленый, был бы другой дел. Почти мечта осуществилась. Что, в последнюю связку тяжело попадать? Фига ты круг выдал. Не бы из двух минут выйти. Ну так стараюсь, чё. Кто-то едет, кто-то Васю рассказывает. Все нормально. Мы все равно в жопе, на Фандергарда обошел. Нормально. Вася, когда последнее ЕГЭ будет? 16. 16? Ага. Мне 27. Ну как бы 21-го, наверное, смогу проехать гонку на улице. Другое про что я там просто готовиться вообще не буду. Да это фигня, я так же всегда делаю. Ну в принципе, Корею я там еще, наверное, на компьютере буду ехать, то есть там шансов немного, что я до финиша доберусь. Вот. Если я все эти тестирования нормально сдам, то я уже без вопросов себе покупаю ноутбук за студенчество. И еду нормально. Я, кстати, я сейчас с Ильюхой поговорил. Говорю, у меня третий вылет подряд. Я говорю, выбирай сам пилот, это твое дело. Сказал мне, я возьму тебя и Лёшу. Вот, мы договорились, я вас обрабатываю. Лёша? Какого Лёша? Нашего Лёша. А наш Лёша будет с тобой в команде? Да. Ну, Лёша сначала вроде бы подписал там контракт с Моконом, но потом он сказал, что не хочет в одной команде выступать с тобой, с Эдиком, с Арутом. Он хочет, чтобы была борьба за Буденкинский. То есть, он не то, что недооценивает меня, он просто понимает, что я минимум 5 гонок пропускаю, из них еще энное количество, наверное, влетаю. Ну, то есть, не будет Dream Team. Ну, уступаем, теперь мы на четвертом месте. Наконец-то обновление, я их ждал. Теперь остается только два обновления, по-моему. Да, ну не важно. Мы все равно фиг знает, когда доедем из этих двух обновлений. Да, в остальном же тоже обновления идут. Особенно в Red Bull, он неплох. Температура шин в самый раз. Ой, я в Андергарде 20-ки проиграл в первом секторе. Хороший результат. Представляешь, катеру. Сам не знаю, почему я Red Bull захотел. Просто может быть, Резнов? Хотел что-то другого. Не-не-не. Это Рикьярдо виноват. Чё, 4,5 секунды? А, это Алонсо проигрывает 4,5, это вообще нормально так. А я сколько? 5,5. Ну а чё сделать, если на полных баках тут катались? А, блин, я на обеднёнке еду. Нормально. Вот чем дело. Да. Ты на обогащёнке? Да. Теперь понятно, почему я так проигрываю себе. Может, нам 100% поездить на Торосо летом? Да, ну не знаю. Не. Это не вариант. С каждым кругом он все быстрее и быстрее едет, болит. Топливо отжигается. Угу. У меня уже 42 осталось. У меня 46. Что ж ты мне сразу не сказал, что...
а ты кого себе в команду опять возьмешь, Эдика и Мишу? Эдика, я не знаю еще кого. Миша не хочет на Мерседесе ехать. Сергей, бери. Серегу, наверное, да. Он нормальный парень вообще. Мерседес ему уже понравился. Да, он уже привык. И в очки он стабильно приезжает. Даже подиум был. Я помню, в своем первом сезоне так хотел от него избавиться, он тогда вообще не мог ничего сделать. А, да, я помню. А потом так пожалел, что с Клеевым начал выступать. Еще потом он так приправил. Даже не верится, что время так быстро летит. Это хорошо, что он прибавил. Но я тоже прибавил, видишь, по отношению к пятому сезону. Шестой сезон намного все быстрее. Все прибавляют. Да. Это нормально. Так всегда было. Бельгия первая трасса, нормально так. В Бельгию я не поеду. Точно, потому что у меня Бельгия именно в день тестирования. А, ну может успеешь? Да, нет, а мне уже не буду торопиться на эту. Все-таки тестирование жизнь в дальнейшем предопределяет. Вечером же, какая разница? Не надо торопиться. Успеешь, успеешь, не успеешь, не успеешь. Посмотрим. На всяком случае, спешить в ради гонки я точно не буду. Сначала отсюда напишу. Я ж не в своем городе сдавать буду. А, ты не в своем городе сдавать не буду? Офигеть. По-моему, в жопе. Ой. Срезал. Ты что, ты все заново начинаешь? Все заново? Не, все нормально. Я как бы срезал, но срезку не дали. А, я думаю, ты срезал. Сопли колеса изнашиваются? Не знаю, еще не смотрел износа. Почти нет. Я думаю, гонки будет нормально. Так считай, удобно кооператив. Не как Германия и Венгрия, это однозначно. Считай, кооператив на тоже рос, а этот... Если мульти ехать на Red Bull удобно. Почти одно и то же. По крайней мере, руль одинаковый. Ты уже закончил? Вот, заканчиваю. И... 9:38. Я 19 пика обошел. Ну, лучше круг на полсекунды хуже твоего. С учетом того, что... У меня топлива намного меньше. Да. А что мне показывает топливо кругов 16? Это как? Ну ты выполнил норму, все, теперь у тебя топлива столько, сколько ты изначально забывал. Вот у меня сейчас 11. Теперь машина намного легче. Да вообще не. Вот сейчас ты намного быстрее проедешь. Да я вообще лечу. У меня уже коробка в иллюминатор уперлась. А у меня нет. У меня походу сегодня будет переизбыток Формулы 1 в крае. У меня все нормально. Тебе надо что-то с компом сделать. Попробовать видюху поменять. Тесты сдам, но буду все ладить с нормальной видеокарты. Нормальный железо. 750-й бери. Это Asus? Не, я это с видюхой NVIDIA. А. GT750 ищи с такой видюхой ноут. Acer бери, он самый дешевый с такими комплектующими хорош. На 720-й нормальный? Не, не очень. Если хочешь, нормальный. Но это же все равно лучше, чем это моя сейчас, которая тут стоит, да? Mm-mm. Что, нет? Нет. Если хочешь нормально играть, то тебе надо как минимум 740-ю брать на ноут. А, то есть это 740-ая. Так.
это вот... Там же на ноуте она не такая, как на компе, там она сжата. И тут она еще стоит на том ноуте, который ты мне тогда так рекомендовал, да? Еще с этим надо. Да, с 20. Ой, а нафига еще поехал? Да, вышел лучше. Да просто нажми выйти из игры. Че, квалификацию поедем? Да, поехали, а что там купить? Параметры сеанса. Сейчас. Ну что ж, практика у нас на этом завершилась. Сдачу по модернизации мы выполнили. И ждите новой серии квалификации. Параметры сеанса. Выйти из игры? Да.